пришли на объект. Сейчас вот смотрим здесь, что здесь происходит. Вот этот объект. Когда будут 8-й закончить, айдажи какая здесь? Какая кладка? Черновая кладка вот такая. Вот такой керамический кирпич. Вот, вот мы сейчас непосредственно на объекте, который, на который требуются люди. Так что такие дела. Седьмой пустой. 11-й только начали бетон лить. Все, молчу. Здесь прихип работы, ебаный в рот. Если люди, я говорю, хотя бы пару кубов в день вкладывают, мне вообще без разницы, поскольку они закончили. В 3 закончили, грубо говоря, работу. Ну, выложили свои 2-2,5. Момент, допустим, понятно. Смотри, момент. Во столько это должны, допустим, быть на рабочем месте. 8, то есть... потому что 8 приезжает машина со створа. Надо будет 7, значит, 7 договорился, чтобы во столько везли. Ну, короче, вот расположимся так, как людям удобно. Вечером понятно, что ты кладку пацанам никак не сделаешь. Внутри еще проблем с материалом такого не бывает. Да, все по заявке. Что, кирпич закончился? Все по заявке. Есть прораб, есть я. Есть прорабы, которые... Мы сами будем покупать. Вот это все. Ага. Вот вы заезжаете, допустим, у меня есть 10-15 человек. Мы сами закупаем материалы. Я понял. МГТУ имени Баумана, Калуга. Это корпус, да. Они сдают. Ну, они сдадут, да, 100%. Если тебя поймали, то что? Чеченцы или дагестанцы? Ну, штраф. Ну, вот, ну, штраф. Да, хуйня там 30. То есть рез чеченцы? Всего 30. Копейки. С учетом пожрать, слышишь? Чеченцы? Блять, я говорю чеченцы. А что ты это? При чем здесь чеченцы? Нормальные пацаны. Я не об этом. Я работал с ними.